Я сидел, а они там. Я не знаю, вас не место. А кооперации не решим, это очень проблема. Вот, поговорим. И тем более, уже сегодня могли бы организовать, как в советское время, Вот нормально. Меня то не пустили. Я нашу полдела. Павел Николаевич, фотограф, будьте добры. Давайте я буду вас фотографируйте меня, пожалуйста. Давайте я фотографирую. Давайте я буду фотографировать. Давайте к нему поближе. Работники культуры, поспешите, пожалуйста. У вас только кинотеатра нет. Давайте построим. Супер. Павел Николаевич, вы меня в следующий раз... Письмо возьмите, пожалуйста. А я руководитель. Медицинским работникам. Павел Николаевич, вы сила, молодец. Павел Николаевич, письмо возьмите, пожалуйста. Павел Николаевич, будьте добры. Ребята передают письма. Павел Николаевич, вы сила, молодец. Спасибо. Победа будет за нами. Спасибо. Он сейчас возьмет, я тяну. Ребята, хватит уже подписывать-то, господи. Мы соединяемся, вот-то оттормошили. Надо мне, наверное, Павел Николаевич, пожалуйста, территория счастливых семей. Территория счастливых семей. Павел Николаевич, давай, сержант, разрешите. Автограф. Коммунисту, сержант. Ребят, что это за? Павел Николаевич, разрешите сержанта. Вы передали бумажку, да? Ну а что, не видно, что хотя бы точку? Я не видел. Вы же сфотографироваться с нами. Павел Николаевич, вы молодец. Спасибо. Вы передадите бумагу. Я работал преподавателем в аграрном вузе, ну, у нас, в Санкт-Петербурге. Да. Просто-напросто письма. Молодец. Письма вы передадите, да? Павел Николаевич, белорусский держите. Вокзал, письма. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Молодцы. Смотрите, какая я дисциплинирована. Закон об оскорблении еще сформирует. Он создает напряжение в обществе. Павел Николаевич, из Новосибирска приехал. Из Новосибирска, пожалуйста, сделайте автограф. Вы поедете в Новосибирск? Спрашивает товарищ. Поедете когда примерно будете? Я не помню, в штаб знаю. Я, честно, там задержали всю информационную газету. Конечно, задержали машину. Вот это да. Павел Николаевич, разрешите дети войны. Спасибо огромное. Дети войны. Штаб. Я тоже послушаю. Мои маленький подарок, мои календарики.
не вас, вот там закладочки сделаны. Спасибо. Павел Николаевич, пожалуйста, еще дайте... Успехов вам! Спасибо большое. Павел Николаевич, запомнили кооперативный форум? Я туда, естественно, все напишу. Меня сюда, представляете, мой студент пригласил. Письма передадите, да? Да. Павел Николаевич. Автограф, автограф, дайте оставить. Календарики оставьте, Павел Николаевич, автограф мой. Не знаю, это не будет девушка попросила. Павел Николаевич, у меня только вам большой совет. Вы особо не доверяете штабам, потому что штаб ЦПЧК, у них был лозунг, вот бесплатных не брать. Бесплатных. Вы слышите меня? Если они не будут брать бесплатных, вы проиграете выбор. Там две штучки, они будут брать бесплатных. Это будьте добры. Поняли? Вы дайте им указания. А дайте мне мою работу. Милицию вернете, Павел Николаевич. Не-не, вот блокнот. Календарики. А пусть распишется там. Вот. Сейчас, закладка была сделана, для меня дочь собирает. Еще вы знаете что? Вот Путин здесь сказал 6 соток. Это подарок. Это подарок. Спасибо. Павел Николаевич. Павел Николаевич. Нет, я вот в книжке рассказал. А книжке да. А это подарите а Павлу Николаевичу дарю. Это календарик. Частная охрана. Моей картины. Спасибо, Павел Николаевич. Подождите. Дорогие мои, я просто не успею. Скоро поезд, я же еще должен. У меня следующая встреча. С удовольствием. Но у меня там тоже... Руку можно пожать? Павел Николаевич. Я устаю, потому что даже... Спасибо. Павел Николаевич, спасибо. Еще знаете что? Успеха вам! Я знаю вас по МЭФу, и как политтехнолог, давно я знала, что вы будете кандидатом. Так, да. Я попросился, не подходите. Павел Николаевич. Путин сказал 6 соток. Павел Николаевич. Что-то я тут стою, да, никто не раздавал. Вот тут мне раздавал. У них нет ни чести, ни совести. Павел Николаевич. Напишите успеха вашей кооперации. Успехов кооперации. Мы занимаемся студенческой кооперацией. Супер. Я написал успехов вам. Павел Николаевич, Путин сказал 6 соток. Он не прав. Да, вы начинаете все выступления со слов. Какие 6 соток? Держите, сейчас вы попросите, сейчас сами попросите. Это начало... Надо прикрепить человека к земле и все. Вот. Дети войны. Павел Николаевич, у нас в городе произошел картельный сговор нашего комитета по печати и крупного бизнеса. Дорогие мои, я не смогу. Мне же еще ехать. Мы сегодня уезжаем в город Москва. У нас сегодня поезд 21 час, поэтому со всем уважением. Сделаем. А когда вы еще будете? Ну, когда пригласят, у нас есть штаб. Я вам говорю, не доверяйте штабам. Штабы все похоронят. Можно я на последней странице? Штабы все похоронят. Так, ну вот опять. Одни штабы вас не выпишут. Нет, какого вы штабы? Вы уже... Павел Николаевич, вы в курсе, что не все, кто готов голосовать за вас, готов делать это под знаменами КПРФ? Здесь мы увидели только символику КПРФ. Нет, вы еще увидели Болдырева. Мы увидели Болдырева, но это очень мало. Мы не можем своих... А что вы хотите еще увидеть? Не Подождите, а вы считаете, что вот это не народно-патриотические силы? Нет, вот эти люди, которые здесь были. Здесь в данной ситуации есть КПРФ. Народ не только КПРФ. Не членов партии, поверьте мне. Я националист. Вы же пришли. Я вот таких не могу своих товарищей, понимаете, вести под знамена КПРФ. Предложение очень важное, у меня к вам есть. Но вы же ведете. Мы ведем под знамена. Если вы ведете под знамена, если вы ведете под знамена, дорогие мои, давайте я еще 10 подписей сделаю и пойду. Уважаемые товарищи, к сожалению, я прошу прощения, сейчас нам надо зал освобождать. Скажите, пожалуйста, иначе нас снимут с выборов. Иначе, да, у нас будет это... Дайте мне Рана Грудинина, который мы передали. Что? Да, письмо передал только вам.
вариант. Они дойдут. Да. Вы я прямо сейчас. Вот это письмо. Уважаемые товарищи, спасибо большое за присутствие. Внутри, посмотрите, пожалуйста. Нельзя будет недействительно. Предложение дельное. Спасибо вам. Это отдать вам? Просто передайте, пожалуйста. Я вас очень прошу. Ну что вы отнимаете, человека делает время делать, отнимаете с ерундой какой-то. Только не ругаемся. Да ну что, да, только да, не ты, ругаемся. Дурость эту. Только не ругаемся. Ну, тоже, что ты хотел. Всякой хиромантии. Только не ругаемся. Офис надо им бить. Спасибо, спросим. Извините, пожалуйста, все, извините, все. Друзья. Земляк, помогите нам коридор сделать. Дорогу! Два человека и все. Идет. Про участие обороны Ленинграда надо сказать. Товарищи, чуть-чуть в стороночку, машина двигается. Осторожно, дабы не попасть под машину. Ребят, очистите выход. Очистите тоннель, подержите людей, никого не пускать. Под машину. Давай. Вашу один. Так, товарищи, подходим.
У меня брат Алтон, давай, зовут. Пойдете сейчас туда, на малую суду? Нет, метро там не будет.